Сражался с камерами. Начальник отдела обеспечения общественного порядка УВД Потомской области, полковник полиции Водянкин Олег Анатольевич. Я думаю, по предыдущим мероприятиям все меня вспомнили, да? Да. Значит, сегодня, по информации, предоставленной администрации, в городе публичные мероприятия не заявлены на данной площадке. Вот, пожалуйста, зарегистрировано в комитете. Еще раз говорю, вам было направлено официальное письмо о том, что время и место на данном объекте не согласовано, с просьбой перейти на две другие отведенные площадки. Было такое, но было. Эти письма являются незаконными. Так, это еще раз, давайте против... Хорошо, я вас выслушаю даже, пожалуйста. А теперь готов разъяснить. Вы знаете систему, вам ее объясняли, что если вы не согласны с действиями администрации, либо других иных правоохранительных органов, вы имеете право обратиться в суд и отстаивать свои, как вы считаете, я думаю, конституционные права в данном случае. Все верно? Да. Вы это сделали, у вас есть решение суда. Нет, это то, что суд нам значит, сегодня ваше проведение мероприятия считается незаконным, несогласованным. Поэтому вы сегодня задержать? Нарушаете закон. Поэтому данное мероприятие, которое вы проводите в форме пикета, будет задокументировано. Суд даст оценку вашим действиям. Хорошо. Сергей, вам все понятно? Да. Вам все понятно, Алена? Понял. Исчерпывающе? Или есть еще какие-то вопросы? Давайте будем сразу разбираться. Ну, мы можем продолжать мероприятие, да? Вы мероприятие? Нет, не можете продолжать. Как вы можете продолжать, если оно проводится незаконно? Ну, по состоянию на 15:25 томского времени. Добровольно я отсюда не уйду. Уходите. Вопросов нет. Значит, это вам в соответствии с действующим законодательством может быть применена физическая сила. У меня вопросы. А вы понимаете, то, что право собираться мирно, высказывать свое мнение, гарантируется нам Конституция. Конституция. Сергей, можно только одно попросить собрать это? Мы не хотим ломать, все-таки это ваша собственность, вся наглядная атрибутика, агитация. Чтобы не допустить поломки. Ну вы его с собой разберете, да? Легко возводимо. Ну а куда? Нет, ну можете вы убрать. Давайте мы сфотографировали. Ну конечно, ну зачем портить то, что куплено за деньги? Все верно? Соберем. Сами соберете? Да, но мы тогда соберем и продолжим мероприятие по этому пикету. Хорошо.